Друзья, всем привет! Сегодня такой вот интересный электрощит, про который хочется рассказать. Несколько важных моментов. Обо всем щите традиционно рассказывать не буду, потому что практически про все элементы у нас есть много отдельных видео практически по каждому из них, а также в составе других электрощитов. На нашем канале можно найти информацию. Значит, первый этот щит у нас для квартиры. Квартира с трехфазным вводом, порядка 110 квадратных метров. Изначально был какой-то сделан проект у человека на умном доме, но в итоге было принято решение этот умный дом, который был сделан, полностью убрать. Мы предлагали решение в том числе на вайренборде, потому что здесь много есть нестандартных задач по автоматизации света, о которых я сейчас вам расскажу. Но заказчик сказал только лого, наиболее элементарно, насколько это возможно, дабы упростить, в общем-то, всю работу. Ну и вот было принципиальное желание сделать это на лого. Поэтому сразу скажу, можно все что угодно сделать, одни и те же задачи выполнить разными способами, в том числе и на разных системах автоматизации. Здесь от заказчика было требование это все сделать максимально на Siemens Logo, насколько это было возможно. Ну, давайте, собственно, об особенностях. Помимо стандартного трехфазного ввода, реле напряжения, контактор отключаемых линий, тот редкий случай, в которых мы используем байпас на контактор, то есть отключение 90% всех нагрузок, на всякий случай, если вдруг с лого что-то пойдет не так, хотя нами за все время больше, наверное, 300 штук было установлено, ни разу с ними не было проблем, но опять же, на всякий случай этот байпас стоит, если опять же, пока не залита сюда программа, которая отвечает за этот мастер-выключатель, чтобы вручную можно было этот контактор включить. На безопасность это никак не влияет, поэтому в данном случае этот байпас мы стараемся закладывать. УЗОшки, автоматы, реле выбора фаз, все достаточно традиционно и стандартно. Из нестандартного мы в редких, очень редких случаях используем Siemens Logo на 24 вольта, а здесь была такая задача, потому что у нас 1, 2, 3, 4 мы видим аналоговых модуля, то есть управление 0,10 вольт. Будут установлены специальные блоки питания, которые управляются по 0,10 вольт. И для того, чтобы ими управлять, необходимы эти аналоговые модули расширения. Они могут быть установлены только на 24 вольта, поэтому голова используется тоже на 24 вольта. И сигнал на кнопке, соответственно, также тоже на 24 вольта. Для этого у нас стоит вот он блок питания. Его вполне хватает для питания всех трех Siemens Logo. Помимо диммирования 0,10 вольт, у нас есть стандартное диммирование, триаковское. Для этих задач мы часто используем ТБНовские модули, ТБНовские диммеры, это DMAX 534, они отлично справляются со своей задачей, и, как мы видим, соответственно, две штуки у нас таких установлено для того, чтобы диммировать стандартными нагрузками не 0,10 вольт. Также из нестандартного это вот они, Тернео, это регуляторы теплых полов, которые установлены непосредственно в сам щит. Здесь было желание установить именно их в щит, не как мы привыкли видеть непосредственно в виде регулятора, который установлен рядом с теплым полом, было необходимо поставить их в электрощит. Это было сделано. Кстати, если вы знаете какие-то другие модели именно для управления теплых полов, скажите, мы вот используем Тернео уже не первый раз, они отлично, в общем, свою задачу выполняют, но интересно посмотреть на какие-то другие решения, поэтому, если знаете, оставляйте в комментариях. Ну и для того, чтобы уже более предметно рассказать об этом щите, стоит удалить все эти пластроны, потому что они большую часть всего интересного скрывают, поэтому сейчас их удалю и продолжим. Ну что ж, снял я все пластроны и подключил электрощит к питанию. Как сейчас видно, у нас все реле напряжения показывают напряжение, но я на одну фазу подключил, потому что, по сути, нам просто здесь нужно питание. Рассказывать обо всех задачах, которые здесь были поставлены подробно, к сожалению, я сейчас не буду, потому что это очень долго, придется все лампочки подключать, но на нескольких примерах я покажу. Значит, первое из нестандартного – это диммирование через 0,10 вольт. Как вы видите, у нас здесь есть силовые клеммы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, и рядом стоят у нас для, собственно, самого сигнала 0,10 вольт двойные клеммы. Как вы видите, здесь между ними в цепь ставится резистор. Он нужен для того, чтобы можно было эти блоки питания по 0,10 вольт нормальными управлять и действительно
в ноль выключать нагрузку без этих резисторов. Если поставить, разумеется, там от блока к блоку питания есть определенная разница, но, как правило, если их не поставить, в ноль выкрутить напряжение, чтобы оно действительно было нулем и приходило в блок питания, что ноль, выключить не получится. Поэтому нужно непосредственно по месту, установив необходимый блок питания с конкретной моделью, подобрать эти резисторы. И, как правило, это либо там 1,5, либо 2,2, либо 3,3 килоома. Нужно поставить эти резисторы для того, чтобы все работало исправно. Сейчас мы поставили, если мне не изменяет память, на 1,5, и в комплект отдаем 3,3. Стоят они вообще копейки, там по 5 рублей штука. Если вдруг не получится вывести их в ноль, эти блоки питания уже после установки, просто вот эти достаются резисторы, ставятся необходимые, с необходимым сопротивлением, и эта задача решается. К сожалению, сейчас показать именно это управление я не смогу. Можно подключить мультиметр в режиме постоянного напряжения, просто показать, что от 0 до 10 вольт у нас поднимается или опускается напряжение. Но для того, чтобы показать само свечение, нужен блок питания, управляемый по 0,10 вольт, и, соответственно, какая-то нагрузка типа светодиодной ленты. Но, поверьте, мы это все проверили, это работает. А вот, например, диммеры ТБ-новские показать намного проще. Вот у нас кнопка, которая отвечает за эту лампочку, она у нас включается при удержании. Мы эту лампочку, соответственно, диммируем либо в плюс, либо в минус. Сейчас видим в минус, отпустили, нажали еще раз, она будет увеличивать свою яркость. Это все заложено в самих этих диммерах. Хорошая штука, там порядка 7 тысяч даун стоит за штуку. Есть разные возможности, разные сценарии можно настраивать. Для большинства задач, как правило, подходит. Тем не менее, здесь у нас во всем щите есть 3 основных мастер-выключателя и еще 2 локальных, которые должны гасить свет непосредственно в помещении. Это 2, по-моему, спальни. Основной мастер-выключатель, я как уже говорил, он у нас идет на этот контактор через кнопку. Это, по-моему, S35 клемма. Показывать не буду, просто контактор включается-выключается. Как вы видите, сейчас у меня этой кнопки нет, поэтому я просто в manual режим переключил этот байпас для того, чтобы у нас контактор этот работал. Еще раз повторюсь, сценарии уже все прописаны, все настроены. Сейчас я к этому тоже перейду. Для того, чтобы настроить мастер-выключатель для отключения света, в том числе диммируемых, именно по этим диммерам, можно использовать вот этот дополнительный вход B1. Его можно настроить разными способами, в инструкции написано. Там еще диодный мост можно подключить, чтобы вообще 3 сценария настроить с одной кнопки. Но основная задача — это привести сюда сигнал от мастер-выключателя, который должен включать весь свет и все вытяжки. Настраивается предварительно. К этому входу от лога приведен, написана программа, приведен сигнал, который дает импульс. В момент нажатия общего мастер-выключателя света у нас приходит импульс, и все диммируемые источники света и по 0,10 вольт, и диммируя к димаксам, они у нас отключаются. При этом, естественно, каждую зону света отдельно можно включить. С диммерами, которые по 0,10 вольт, то же самое, только это решается программно. В аналоговых модулях, которые управляются по 0,10 вольт, настраивается, пишется специальная программа, которая в зависимости от нажатий регулирует свет. То есть здесь это с завода зашито, что вот я держу, и она с определенной скоростью до определенного предела понижает или повышает, собственно, яркость. Это сама компания TBEN так настроила, это не поменять особо. Если же говорить об аналоговых модулях, здесь вы сами вольны настроить так, как вы считаете нужным. Мы достаточно стандартную, очень похожую на эту программу сделали. От задержания кнопки увеличивается яркость. Еще раз зажали, она у нас уменьшается. По однократному нажатию у нас включается, выключается свет. И, естественно, по мастер-выключателю, по локальному мастер-выключателю в зависимости от помещения и по мастер-выключателю всего света у нас это все работает. Как вы видите, у нас здесь установлены 3 лога и 39 силовых клемм у нас идет на освещение. Порядка 30 зон света у нас просто здесь в таблице нумерация стоит как для плюса, так и для минуса. Имеется в виду 0,10 вольт. У нас они, видите, разными клеммами стоят. Они у нас тоже маркируются. Как видно, аналоговые модули, они у нас стоят в данном случае вместо релейного и здесь тоже. И каждый из них, он позволяет 2 нагрузками управлять. Как мы видим, здесь у нас 4 клеммы, 4 выхода. Соответственно, 2 парами разных каких-то нагрузок по 0,10 вольт можем управлять. В нашем случае их 1, 2, 3, 4, 5, 6
7 трековых шинопроводы или трековые светильники с блоками питания по 0,10 вольт. Это таблица просто соответствия для того, чтобы понимать, в какую клемму нужно подключать нагрузку и непосредственно управляющий сигнал, для того, чтобы не перепутать, чтобы все работало правильно. А вот для того, чтобы это все прописать в лого и настроить, нужно было сделать еще дополнительные таблицы. Вот в данном случае они на трех листах, на каждую зону света, на каждый управляющий сигнал. Я составил такую таблицу, в которой первое лого, второе или третье лого, как входы, так и выходы. У нас здесь есть и двойные нажатия, у нас есть удержание, у нас есть локальный мастер-выключатель, это детская спальня, и это просто спальня, два локальных мастер-выключателя. У нас есть мастер-выключатель всех вытяжек. Ну, была такая задача, что нужно все вытяжки одной кнопкой. Она у нас вынесена на отдельную клемму S35, все выключать. И еще решили, что по двойному нажатию их можно, например, включать или выключать. То есть одинарное выполняет одну функцию, двойное выполняет другую функцию. И распространяется именно на вытяжке. Мастер-выключатель всего света и всех вытяжек, то есть абсолютно весь свет, который здесь есть, плюс вытяжки, они тоже управляют с лого, они все должны, соответственно, выключиться. И мастер-выключатель всего, кроме неотключаемого, но это самое простое, это на контактор идет, жестко перекрывает питание после самого контактора, то есть фазные проводники просто дальше не идут. Такой вот этот жесткий мастер-выключатель через контактор. Соответственно, каждый выход аналоговый, это вот эти вот модули, он прописывается отдельно, каждый релейный прописывается отдельно, строится логика, сейчас я схемку прикреплю, покажу, строится логика, она друг с другом связана. Еще вот один такой момент, часто вопрос, можно ли их связать, чтобы можно было ими сразу управлять, например, посылать сигнал и туда, и туда. В целом есть определенные методики, как их можно связать через дополнительный модуль, но все это достаточно трудозатратно, но можно сделать проще. Берется один сигнал какой-то с клеммы и просто приводится в два входа. Потому что входы, как правило, всегда все равно все не используются. Есть лишние, они всегда остаются. Их, в принципе, просто банально, как правило, больше, чем выходов. Отправляется отдельный сигнал. И вот тут еще интересный момент, что у нас в этих лого на одно лого должно прийти однократное нажатие, а на другое лого должно прийти двойное нажатие. И, соответственно, в каждом из этих лого был поставлен дополнительный блок, обрабатывающий количество сигналов, однократное или двухкратное. И однократное приходит именно на один, двухкратное приходит на другой, чтобы они не перепутали, и чтобы условно однократное не пришло на второе, двухкратное на первый. Это можно сделать, это все делается, и в данном случае это тоже было сделано. В принципе, по настройке, наверное, все. Опять же, может быть, когда-нибудь что-то про лого, как это настраивать и прочее, мы, может быть, сделаем отдельное видео, но не в рамках этого эпизода. В остальном достаточно все стандартно. Ну, естественно, да, уже стало это условно традицией. Мы вам рассказывали уже в большом видео на одном из объектов, где щит у нас за миллион был, что мы используем. Столкнулись с проблемой, это было уже давно, и теперь всегда ставим контакторы, это специальные контакторы Finder со специальным сплавом контактов для нагрузок с блоками питания. Блоки питания имеют повышенные стартовые токи, и для того, чтобы у нас не выгорали реле, а они выгорают, если их не защищать правильным образом, и, соответственно, если их не пускать через контакторы, просто реле быстро выходит из строя, иногда с первого раза, иногда там полгода могут прожить, иногда год, но рано или поздно с блоками питания, с мощными блоками питания, они из строя выйдут, просто залипнут. Поэтому контакторы Finder обязательно стоят. В остальном все достаточно традиционно. Распределительные блоки для того, чтобы было удобнее подключать нулевые проводники к клеммам. Кросс-модули для распределения нагрузки по фазам. Стандартно всегда в трехфазных щитах ставим клеммы Phoenix Contact. Основное оборудование модульное ABB, реле напряжение Meander. В остальном обо всем этом уже много раз делали видео. Если что-то интересно, поищите на канале, наверняка ответ на свой вопрос по какому-то из этих элементов вы найдете. В принципе, это все, что хотелось о нем рассказать. Такой щит для квартиры с
неумным домом, но с автоматизацией света, в том числе аналоговый 0,10 вольт, с достаточно нетривиальной задачей по управлению этим светом, с мастер-выключателями и долгой настройкой самих этих модулей. Вот он, представили, рассказали. Если вдруг какие-то подобные задачи, то пишите, звоните, с радостью попробуем это реализовать для вашего объекта. Ну и да, традиционный вопрос, а нафига так много, и можно же было сделать все меньше? Ну, давайте просто посчитаем. Что мы не можем исключить из поставленных задач? Раз рейка, два рейка, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, ну, условно, 10 рейк мы просто никаким образом не можем исключить, ну, потому что это оборудование, оно само по себе занимает место. Вот мы можем 10 оставить и условно поставить один в одной автомат. Ну, хорошо, там, с контактором и с реле напряжения еще две рейки, а все остальное можно выбросить. Не ставить эти автоматы, не ставить, не разделять это все на узошки, не ставить ролевый брофаз. О нем мы уже тоже рассказывали, уже спасало людей, выручало, точнее не спасало, а выручало. Вещь точно не бесполезная. Убрать кросс-модули, все вот как-то от узошек это все вести. Ну, в теории это можно сделать, но щит делается один раз, и все-таки хочется его сделать сразу правильно, чтобы не нужно было ничего переделывать. А в случае, если будут какие-то возникать проблемы, к сожалению, об этом никто не застрахован, это все может быть, для того, чтобы минимально эти аварийные ситуации затрагивали какие-то другие аппараты. Ну и да, кстати говоря, даже количество автоматических выключателей, которые у нас идут через контакторы, то есть с блоками питания, их количество мы, по сути, тоже уменьшить не можем, потому что стартовые токи каждого блока питания, они могут давать отключение этого аппарата, и поэтому мы обычно на каждую такую зону с блоком питания, для которого стоит контактор, используется именно свой автоматический выключатель. То есть с обычными зонами света, где нету блоков питания, можно легко на помещение поставить, там тот же самый, у нас они здесь есть, вот он, B6 автоматический выключатель, от него привести питание и запитать несколько реле параллельно. Вполне может быть, но если это речь идет с блоками питания, причем блок питания каждый отдельно вкл-выкл, то есть включается-выключается, то лучше поставить на каждый из них отдельно свой автомат для того, чтобы снизить риск отключения аппарата защиты при включении стартовых токах. Это тоже нужно иметь в виду. В целом это все. Если есть какие-то вопросы, пишите обязательно в комментариях. Это важно, обратная связь важна, ваши идеи тоже нужны, поэтому если что-то интересно, напишите, обязательно учтем, и в скором будущем, вполне вероятно, сделаем видео отдельно или ответим на эти вопросы. Вроде мы не помним, щит помним. О, да, вроде наш. И еще два, и один. В принципе, все. Берегите себя, своих близких и свою жизнь. Всем до связи. Пока. Узошки, автоматы, реле выбора, фаз, где оно у нас? Не понял.